слышала, в моде многослойность. Так это хорошо на прогулках по Пикадилли. А в ресторане нужен минимализм. Чтобы женщина в глазах мужчины выглядела доступной. Какой доступный? Он мой коллега, я же говорила. Ой, Ленка его спасла от тюрьмы. Он теперь хочет ее ужином отблагодарить. Тоже мне благодарность. Но я теперь не знаю, что выбрать после таких слов. Да. Да. Уже выхожу. Угу. Так, все. Так, пальто вот это возьму. Так, ты, ну как на похороны? Нет. Шубу. Все. Вот и закалит. Так. Все. Вот. Все. Отлично. Клач. Все. Ну, это ясно, да, понятно. А далее что? Да я вообще здесь с разгрузкой ехал. Смотрю, эти лежат. Я думал, пьяные. Остановился. А они убитые. Послушайте, а здесь больше точно никого не было? Да здесь и днем не более людно. А ночью так вообще. Ладно, вы свободны. Маш, что у тебя? Вот на это глянь сначала. Че, полицейские, что ли? Ну, это твое дело пробивать. Короче, я здание обошел. Они или заколочены, или полуразвалены. И камер никаких нет. Ты вот на это глянь. Твою мать. А я их сразу не узнал. Это шопера, ребята из 13-го отделения. Ты уверен? Конечно, я с ними на операции был. Вот теперь точно нужно звонить в управу. Кипиш сейчас начнется. Петь, глянь, еще там гильзы. Ай, парни. Так, на что жалуетесь? Что-то у меня в последнее время нервишки пошаливают. А в чем это выражается? Ору на всех. Ну как, просто так орете или за какие-то проступки? Ты же я псих, что ли, просто так орать? Ну тогда у вас все нормально с нервами? Кстати, водичку будете? Нет, спасибо. Просто вы... Как руководитель выбрали неверный стиль управления. То есть? Смотрите, вы начальник. А начальник это кто? Это господин. А господин не имеет права орать на подчиненных. Иначе он становится на один уровень вместе с ними. То же самое касается и детей. Да? А как надо-то? Надо быть всегда ровным. Не, ну, надо быть всегда ровным, а если не всегда получается? Вот. Есть очень один хороший, эффективный метод. Когда вас накроет гнев, вдох, выдох, вдох, выдох. И считаете до 10? Нет, доктор, это вряд ли у меня такое получится. У меня на совещании почти каждый день много сотрудников, и каждый из них несет чушь. Если я после каждой реплики буду затяжные паузы вот эти вот делать, меня вряд ли поймут. Вот и опять вы их вровень ставите с собой. Запомните, они ниже вас. И вам должно быть по барабану, о чем они говорят. Точно, у меня же звезд на погонах больше, значит я умнее. Вот. И главное что? Вдох, выдох. И считать до 10. Извините, по работе отвечу. Пожалуйста. Да. Товарищ подполковник, тут двух оперов из 13-го застрелили. Ну, я в управу сообщил. И что? Ну, они объявили общее усиление. Я всем нашим позвонил, Федоришину и тоже. А она что? Ну, что она, что?
Она говорит, у нее сегодня выходной. И без вашего приказа никуда не поедет. Тем более она в ресторане отдыхает с Дергачевым. Что? Она с ума, что ли, сошла? В каком ресторане? Бомбей. Понял. Вдох, выдох и считать. Два. Три. Не знаю. Вроде помогает. Вот. Конечно, помогает. Ладно, спасибо, пойду. У себя. Хорошо. Здравия желаю, товарищ мой. Привет, лейтенант. Майор Разумовский, начальник 13-го отдела. Следователь Пороховщиков, вы уже в морге были? Да, был. Это мои опера. Ясно. А что они делали в промзоне? За бандитом следили. Он там должен был показаться. Так, может, это он их? Может. Ты хоть представляешь, как я буду смотреть в глаза их родственникам? Представляю, майор. Но я все равно должен взять официальные показания. Да, конечно. Просто Вика действует по принципу «отморожу уши на зло бабушки». В каком смысле? Ну, возраст такой. Хочет привлечь к себе внимание любым способом, даже самым экстравагантным. Ну, ты, майор, и лось. Нет, ты не лось. Ты олень. А нельзя ли потише? Нет, нельзя. Товарищ подполковник, не устраивайте сцену. Просто Лена меня спасла, и я пригласил ее в ресторан. Она для тебя не Лена. Она для тебя Елена Васильевна. Ой, и букетик самый дешевый купил. Миш, ну прекрати. Добрый вечер. Может, вы возьмете меню и присядете? Засуньте себе это меню, знаете куда? Безобразие! Вызовите полицию! Я сам полиция! Ладно, все, по коням. Усиление у нас. Поехали! А заплатить? Да, конечно. Вы извините нас, мы из цирка. Клоун. Издержки профессии. Лен, поехали быстрее, холодно. Подожди. Я его не повезу, тут ему не такси. Миш, ну что за детский сад, поедем вместе. Лена, все нормально? Было нормально, пока ты не нарисовался. Поехали. Раз, два, три. Вдох, выдох. Я спокоен, я господин. А вы что, прилипли там друг к другу? Ладно, я спокоен. Раз, два, три, четыре. А и правда помогает? Раз я кого-то не застрелил. Пошла вон! Пошла вон, пошла, 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 пошла! А что это за человек такой, а? Ну только кайф начал получать, тебе надо обломить это все. Скажи, босс, все плохо, босс, все плохо. Хитрый ты, Кулёныш. Что случилось? Он не приехал, ничего не привез. Охрана? Не выходит на связь. Фигово, да? Послать некого. Босс, поэтому я пришел, надо вдвоем ехать. Вам мы переодеться и поедем. Да, ты правильно. Оружие не забудь. Молодец.
Обожаю подхалимов. Пожалуйста. Спасибо. Ой. Майор, это твои там? К сожалению, да. Зачем надо было собрать весь состав сейчас? Да, зачем? Ну, в принципе, мы могли... Рот свой закройте. Там и так вся полиция на ушах. Саш, доложи. 20:46. Водитель продуктовой машины Мажаркин ехал с разгрузки и обнаружил на дороге двоих расстрелянных. Он же и вызвал полицию. Мы приехали на вызов и нашли убитых с удостоверениями сотрудников 13-го отдела по фамилии Перник и Кудров, а также их табельное оружие. Я знал их. Жалко мужиков. Маш, у тебя что? Оба застрелены. Пистолетом, скорее всего, ТТ. Мы нашли гильзы калибр 7,62. Гильзы отправили в баллистик. А камеры? Камеры на зданиях. Нет, там же заброшенная промзона. Камер нет. Да. В машине оперов видеорегистратор был выключен. Тачка, если что, у нас на стоянке. Слушай, а что там твои парни-то делали? Они были на задании. Пасли бандита Сивова. Он должен был встретиться с находящимся в розыске Закревским по кличке Фокс. Ну, по этому заданию они, как положено, подали рапорты. И должно было быть там трое оперов. А третий, капитан Димов, пропал. А сотовый? Нет сигнала. Я к нему наряд отправил, но они там тоже никого не нашли. Значит, с завтрашнего утра надо еще раз прочесать. А чей информатор сообщил о встрече бандитов? Убитого опера. Ну, тогда мы точно не узнаем, откуда информация. Ну, ничего нового для себя я тут не услышу. Товарищ подполковник, я уже дал официальные показания вашему следователю. А мне еще с родственниками убитых надо встречаться. Да-да, иди, конечно. Да. До сих пор не понимаю, зачем в таких случаях весь личный состав патрули поднимает. Серьезно не понимаешь? Ну, так и же бесполезно. Да потому что убили двух офицеров. Это сейчас вроде как нормально. А раньше бы уже из главка лучших следаков вызвали и собрали бы комиссию. И плюс еще вся полиция города бы прессовала этих криминальных ублюдков, пока они сами бы убийцу не выдали. Так, ладно, все, идите отдыхать. Завтра и так день кипишной. Надеюсь, у нас это дело заберут. Следователь Федоришин, задержитесь, пожалуйста, ненадолго. Ничего не хочешь мне сказать? Нет. Да выкинь ты этот веник, я тебе нормальные цветы куплю. Спасибо, Миш. Мне эти нравятся. Ну, я всегда знал, что у тебя вкус дурной. Ладно, иди, отдыхай. Своим Дергачом. Детский сад. Хорошо, что на тачке не сунулись, босс. Хорошая ночь сегодня. Слушай, Кулёныч. Да? А вдруг там засада? Не, босс, если бы там засада была, здесь бы ни одного мусора на районе не было. А там он сколько шныряет, а? Ну, ты давай. Фонарь аккуратно. Открыто. Да. Узнаю, что за падла это сделала. И этот готовый. Жопу порву на британский флаг. А босс, только свет не включайте. Ай-яй-яй-яй. Они уже остыть успели. Слышишь, ты
понимаю, что у нас проблема. У нас же утечка информации. Босс, ну не обязательно у нас. Вы это, увидите, пока я хирургу позвоню, мы этого кассира с собой заберем, а мусора на улицу выбросим, пусть его свои найдут, пусть тоже убийцу ищут. И мы Акуленыш будем искать. Будем искать и найдем. Будем, босс. Да ладно. Ты тут это, ну, приберись. Фу, гадость какая. Слушай, а вы заметили, что когда дело почти глухарь, наш этот начальник никогда, никогда не передает своей этой фаворитке? Ой, да ладно тебе. Лично я против Елены Васильевны больше ничего не имею. Да ладно. Ну да. Только благодаря ей не закрыли наш отдел. Если вообще говорить честно, то она вот такой вот следователь. Получше, чем мы вместе взяты. Ты это сейчас серьезно? Да, я серьезно. То есть вы хотите сказать, что вы оба смирились с тем, что с ее появлением наша карьера стала тормозить? Угу. Так вот, знаете, я с этим не смирюсь. Я буду воевать в одиночку. Сам буду вести войну. Да воюй ты сколько хочешь, только тихо, пожалуйста. Дай подремать, день-то был вообще просто ужас. Молодцы. Молодцы. Интересно, если завтра к вечеру убийцу оперов не найдут, нас вообще домой отпустят? Это вряд ли. После такой заварухи, я думаю, усиление будет как минимум дня два. О! Привет. Хоть один нормальный мужик зашел. Чай? Не, я уже кофе опился. Слушай, Лин, я не знаю, какая-то ерунда с этим делом получается. А ты меньше ее руками трогай. Кого? Как таковую ерунду. Ой, Маша, я серьезно. Сами подумайте, вот Фокс, с которым должен был Сивы встретиться, он уже 5 лет в розыске, и за это время никаких признаков жизни ни разу не подавал. А Сивы не в розыске, и вообще вроде как дома живет. Да, и место там странное. Ну, оно, конечно, подходит для секретных встреч, но убили оперов прямо на дороге, даже не у себя в автомобиле. А почему ты своими соображениями не поделишься со следователем, который ведет это дело? Да потому что у этого следователя мозгов, как в том анекдоте. В каком? Ну, Шерлок Холмс выходит к завтраку. Миссис Хадсон, что у нас сегодня на завтрак? Мозги Ватсона, сэр, принесите. Ну, прямо значит, на блюде там такая штучка лежит. Миссис Хадсон, что это такое? Почему так мало? Я повторяю, это мозги Ватсона. Вы снова вместе, да? Ну ладно. Маша, у нас там новый труп, поэтому бери Пороховчакова и вот этого вот. Езжайте на место. Адрес места. Адрес уже у водителя. Миш, только не говори мне ничего. Я могу ходить в ресторан с кем хочу. И это не аморально. Что, как аморально? Ой. Даже поговорка есть такая. Ну-ка. Сегодня в ресторан с мужиком. А завтра с беременным животом. Миш, это ты сам сейчас придумал, да? Это ты книжки почитай. Какой? Пословицы, поговорки. Мишенька, это твое больное воображение. Ладно, иди, Мишуля. Отдохнуть хочу, устала. Ты обалдела, что ли? Ты вообще-то на работе находишься, отдохнуть-то захотела. Но я немножко релаксну. Ой, ноги болят. Газ.
правительство не помогает. И выкинет этот дешевый веник. Еще один номер из 13-го. Черт. Мы когда выехали на патрулирование, здесь никого не было. А тут едем обратно и вот. Ну правду говорит-то. Мы тоже, когда здесь были, вот этого персонажа тут не было. Маш, ну ты скажи. Да, только убили его в то же время, примерно, что и тех двоих. Здорово. Да что ж такое? За одну ночь троих лучших оперов потерял. И у всех же жены, дети, семьи. Да хоть стреляйся. Ладно, ладно, тормози. Я сначала найду эту тварь, а потом сам завалю. У тебя что, родительский день сегодня? Пу. А я их с тобой перепутал. Как же ты достал меня со своей конспирацией. А зато сюда братва не ходит. Короче, слыхал про некоего Фокса? Который с Харитоновскими работал? Да, говорят, он в городе объявился. Так его они же и мочканули, и прикопали. Что? Лет 5 назад. И ты молчал? Так ты не спрашивал. Ладно, понял. В следующий раз встречу в женском туалете назначай. Чего? Ну туда же тоже братва не ходит. Что нам теперь делать, а? Ну, я попозже поеду узнавать, что там и как. Но мне кажется, что стукачка надо среди мусоров искать. Да? Да. Да, людей у нас уже нет. Получается, все, кто на нас работал, вчера ночью погибли, да? Да. Но ведь они могли до этого болтать, правильно? Там словечко, там полфразы. Имеем, что имеем. Но и совсем плохой вариант есть. Что их прямой начальник, он крыса. Угу. Босс, а можно я его попытаю, пожалуйста? Подожди, Акуленыш. Надо посмотреть, что менты нароют. Все-таки начальник, он же в курсе, что там происходит, да? Босс, я нежно. Он же замазан. И шантажа испугается. Пожалуйста. Акуленыш, давай. Только аккуратно, хорошо? Я аккуратно, босс. Выходим. За что ты меня принял, начальник? Давай, давай, шагай. Куда? Да понял, понял. Это со мной. Ну, в общем, при обнаружении третьего трупа следствие совсем запуталось. Я в тупике. О, да ты что? И почему я не удивлен? Ну, может быть, наш гениальный следователь свои какие-то интересные доводы выдвинет? Слишком мало данных, чтобы делать выводы. Ну, в таком случае мы можем хоть год жить на работе и нового ничего не узнаем. Надеюсь, хотя бы к вечеру наше начальство догадается и снимет усилия. Давай, заходи. Это что, твой новый суженый? Базар, прикрой, начальник. Заткнись. Просто мне надоела вся эта комедия типа секретной операции. Я решил встретиться со своим стукачом. И выяснил, что Закревский, Фокс, которого якобы пасли убитые опера, на самом деле 5 лет назад представился. Свои же закопали. А, вот оно как. И после этого я тупо выехал в адрес вот
к Сивому, который якобы должен был встретиться с этим Фоксом. А он спокойно дома живет, причем с бабой. Да не знаю я никакого Фокса. И давно завязал. Работаю на деревообрабатывающем комбинате. Так это еще надо проверить. Не умничай. Я уже проверил. За дверью постой пока. За дверью постой. Оля. В общем, он правда там работает и вчера ночью был на смене. И убитые опера должны были это знать. А может, они начальнику туфту нагнали, чтобы выходной взять? Да нет, тут скорее другое. В общем, есть такая тема, но... Пишешь рапорт, типа, выехал на секретную операцию, чтобы оружие иметь и статус на случай остановки дорожной полиции, а сам перевозку ценных грузов для криминала охраняешь. Так а что, начальник убитых, он не в курсе, что ли? В курсе, конечно, что все эти секретные операции — фикция. Но о деталях мог быть не в курсе. Ну, он же их не бесплатно отпускал, наверное. Коррупции нам еще тут не хватало. Нужно проверить рапорты убитых оперов. Ну, когда они на задание выезжали. Если они особо не парились, как в случае с Сивом и Фоксом, то и мы найдем какую-нибудь туфту. Да. Ну, без высшего руководства не разгребем. Значит так, давайте еще раз проверяем этого Сива, да? Я докладываю генералу. Все, свободно. В атаку. Есть. Есть. Исчезни отсюда. Давай. Плохие новости, босс. Начальник оперов, он, походу, в бега подался. Черт побери. Ну, расстегни меня, что ты стоишь? В общем, я доложил генералу, он, в свою очередь, выяснил, что начальник погибших оперов сегодня ночью с семьей вылетел за границу. Значит, было на что. Ну, так и пусть теперь дипломаты добиваются его выдачи. Ну, то он так сказал. И просит оформить все так, что майор Разумовский убил своих подчиненных. Нет, что-то тут не то. О, неужели у следователя Федоришны, который полчаса назад говорил, что мало данных, этих самых данных стало больше, чем у целого генерала? А? Ну что, может, еще кто-то хочет поддержать? И второй день побыть в усилении? Правильно. Молчание подчиненных – знак гениальности начальства. Все, давайте. Все, кто сегодня выходной, свободны, идите домой. Валец. Это вместо извините. Я сказал вали. Ты тоже считаешь, что начальник прав? Не знаю. Но даже если майор Разумовский не убивал своих оперов, он точно был замешан в их схемах. Все так. Но, по-моему, его просто сделали крайним. А настоящий убийца оперов гуляет на свободе. Жалко мужиков. Они, конечно, виноваты, но такой участи они точно не заслуживали. Ладно, пойду. Извини, сегодня я не провожу тебя. Ничего. Счастливого дежурства. Пока. Пока. Какие ведут тебя на Федоришну? Не ваше дело. Вот не был бы ты хорошим опером, что, в принципе, сегодня доказал. Я бы тебя давно уже уволил. Но я минималку выслужил. Мне терять нечего. Могу хоть сегодня в отставку. Не надо. А то он меня здесь живьем сожрет. Только вот что мы будем делать, я не понимаю. Пусть она сама выберет. А ты вот сам как думаешь, кого она предпочтет? Перспективного начальника или вечного опера? Боюсь никого. Это я тоже этого боюсь. Но если встанешь у меня на пути, я ни перед чем не остановлюсь. Я уже потерял ее как-то однажды. По глупости, в юности. Thank you.
Елена Васильевна, здравствуйте. Присаживайтесь, мы вас ждали, вот пледик постелили теплый. Здрасте. Здрасте. Видите, я же говорил вам, что скоро легализуюсь. Поздравляю, надеюсь, ненадолго. Да. Не только красивая, но и смелая, босс. Но я же вам нужна, я так понимаю. Да, вы правы, вы нужны. Дело в том, что три убитых оперативника охраняли моего кассира, который занимался черным делом. Я бы очень хотел узнать, кто убил моего человека. Ну так начальником их отдела убийцы назначили? За то, что он с детьми и женой свалил за границу? Да, он здесь ни при чем. Он так ребят на подработке отпускал за нужду. Босс, я же говорю, он 100% как-то про это узнал. Ну или они там проболтались. Он их мочканул, деньги себе забрал и за бугор свалил. А много они ему платили? Да нет, немного. Они сами не миллионы зарабатывали. Ну, тогда я согласна с версией нашего коллеги. Боже, она не нравится все больше и больше. Тихо. Акуленыш, держи себя в руках. Ну, а что с вашим кассиром? Мы его достойно проводили в последний путь. Потому что его там же с ментами и мочканули. Я надеюсь, у вас все? Пока да. Спасибо вам за информацию, Елена Васильевна. Куленыш, поехали. Позволите, я плед заберу бабушке. Федоришна звонил, уже на подходе. Вот, неугомонная баба. Но в логике ей не откажешь. Садись. Да. Добрый день, разрешите? Разрешаю. Я смотрю на работу как на праздник. Да это я не успела переодеться. В общем, подполковник доложил мне ваши доводы. И я лично привез совершенно секретный документ из 13-го оперативного отдела. Спасибо. Разрешите привлечь майора Дергача? Он все-таки опер, сможет прояснить детали. Разрешаю, но исключительно его. Здесь нам будет неудобно. Можно мы с документами в моем кабинете запремся? Да что это вы удумали-то? Что это в кабинете-то запираться? Так, что это на тебя накатило? Действительно. Извините, товарищ генерал. Запирайтесь. У вас есть 2 часа. Спасибо. Ну, а ты что сидишь? Я здесь результатов ждать буду. Давай, развлекай меня. Как? Как им кверху. Чаю хоть сделай. Есть. Генерал сам привез документы погибших. Ух ты! Не слава. Здесь рапорты самих оперов, донесения агентов и даже расписки о выдаче гонораров тем стукачам. Данные настоящие, все за последний год. Да, я вижу. Слушай, как тебе удалось его уговорить? Ведь это же секретная, совершенно секретная информация. Ну, просто он не смог отказать женщине. Ладно, сейчас не до лирики, у нас мало времени. Не может быть. Теперь ты понимаешь, откуда информация по Фоксу? Мне надо поехать все проверить. Только недолго. Я пока посмотрю. Найди все донесения от него.
Снова мне ваше дело для архива оформлять. Так хочется уже живое дело самостоятельно провести. Ну, так проводи. Ну, вот ты возьми пример с Федоришиной. Когда она на планерке сидит. Даже если дело не ее, но что-то пришло, она подскажет. Чем поможет расследованию дела? Ну и чего? Ну, что тебе так мешает сделать? Скромность. Ох. А я смотрю, вы теперь этой Федоришиной прям очарованы стали. Понимаешь, глупо бороться с сильным противником. А она сильный следак. За ней стоит не только наш... В атаку! А и цельный генерал. Так что пусть он Воробьев с ней бодается, пока не обломается. Я пас. Разумно. Начальник, это я. Ты бы еще за Лужкой нарядился. Да ладно, мне так братва не узнает. Я сейчас в завязке, а жить на что-то надо. Короче, Шатун, откуда ты узнал, что Фокса говорили? Сивый сказал. Кто? Сивый, а он зря болта не будет. Это раньше он, знаешь, всех держал за горло. Всю эту блатную мешпуху. Значит, все сходится. Это ты о чем? Ну ладно. Ладно, давай все три листовки заберу. Нет, все нельзя. У нас тут тайные проверки бывают. Одну возьми. Я даже боюсь представить, какой образ у тебя в следующий раз будет. Ты уже понял. Войдите. Добрый день. Добрый. Майор Дергач. Что вы хотели? Скажите, Антонина Сергеевна, у вас работает сборщиком некий Симбирцев? Да. Вы не могли бы его вызвать? Мне бы хотелось с ним поговорить. Только, пожалуйста, не говорите, что его полиция ждет. А санкция у вас есть? Я законы знаю. Санкции. Ну да, хорошо. Сейчас я поеду за санкцией. Потом вернусь к вам с группой захвата, и мы устроим вам здесь маски-шоу. Только уж, извините, боюсь, мы тут все вам перевернем. Ну зачем же так? Мне не трудно. Ну вот и хорошо. Полина, Симбирцева ко мне. Срочно. Спасибо. А вы как были палачами, так и остались. Никакая демократия вам не поможет. Сэляви. Угу. Вызывали? Вызывали. Опять? Что на этот раз? Что ж такое получается, Сивый? Фокса давно похоронили, а ты всем трындишь, что он в городе, а? Завалю. Прекратите, шум! Прекратите! Что это было? Спасибо за сотрудничество. Не дергайся. Давай, на выход. Что ты мне предъявишь, мусор? Тихо. Сейчас расколешься по самое колено.
Товарищ генерал, может, еще чаю? Да хватит уже. А то я домой не доеду. Ну, сколько можно ждать? Да. Да. Давай, заходи. Можно? Здравия желаю. Вот, возвращаю в целости и сохранности. Ну, что удумали? Получается, что начальник 13-го отдела майор Разумовский действительно испугался обвинения в коррупции и сбежал за границу. Причем с небольшими деньгами. Ну-ка, ну-ка, что там за коррупция? Мелкая коррупция. Он покрывал своих оперов, они подсовывали ему дутые рапорты. Ну, чтобы иметь возможность при исполнении сопровождать черный нал. Но этим же операм надо было еще и свои служебные обязанности выполнять. Поэтому они, как положено, вербовали стукачей. Да, а один из стукачей, он прознал про деятельность оперов. А он сам в прошлом из криминального мира, криминальный авторитет. И знал Басова по кличке Босс. О, Басова. Отсюда подробнее. Ну, после этот авторитет совершил какой-то криминальный проступок, братва его отвергла, и он стал стучать на своих. А Кудров решил заманить Фокса на черный нал. Он очень доверял своему стукачу и вроде как все до мелочей продумал. Слушай, да ты мне сам только утром говорил, что Фокса убили лет 5 тому назад. И этот слух среди братвы пустил тот же самый стукач. А где на самом деле Фокс, никто не знает. Но тот агент нашел своего исполнителя, и тот убил оперов, кассира и забрал деньги. А как вы поняли, что это он? Но этот осведомитель до сих пор поставляет информацию Басову. И после того, как майор Дергач привел стукача в отдел, Босс сам вышел на меня. Ну и где же нам искать этого вездесущего стукача? Интересно. Чай будешь? Нет, спасибо. Хороший, горный, алтайский. Да. Да чего вы меня опять дергаете, начальник? Я же вам сказал, я от дела отошел. Спокойно на фабрике мебель точаю. А где киллер, который убил оперов и кассира? Ты не знаешь? Какой киллер? О чем вы, гражданочка? Да так, ни о чем. Я, наверное, тогда сейчас позвоню Боссу и Акуле. И пока они едут сюда, мы подождем, а тебя после отпустим. Давай. Я думаю, что они будут очень рады встрече с тобой. Не надо никому звонить. А то один садист, а другой мазохист. Да. Я вообще лучше в тюрьме посижу. Семья целее будет. Короче, где киллер и бабло? Говори. На даче. В Шапитовке. Крайний дом возле леса. Так, группу захвата туда. Есть, товарищ генерал. Давай на выход. Стоять на месте! Готов. Деньги. Твою мать. Теперь считай их при понятых. Опять ты, хуленыш, ничего ты себе кайф не обламываешь. Пойди погуляй. Что случилось?
Птичка по тюремной почте напела, что Сивова закрыли по обвинению в пособничестве в убийстве тех хоперов, а повязала его босс та самая следачка. Аккуратно, чтобы он не сковырял. Еще ближе. Значит так, мы должны сделать все, чтобы она на меня работала. Нет. Я заплачу любые деньги. Не получится, босс, она же святая, за идею работает. Ну ничего. Значит, мы к этому вопросу подойдем немножко с другой стороны. Втянешь ее дочь в криминал. А-а-а. Ну, а потом будем шантажировать мамашу. Так а будете меня вдвоем провожать? Лен, ну на тебя сейчас Басов выходил. Тебе нужно как-то хранять. Я подготовлен лучше. Могу один поохранять. Чуть ты лучше-то? Так, все, хватит. В следующий раз я иду ужинать с Басовым. И чтобы вы понимали, что ужин не повод для постели. А у меня в мыслях не было. Ну, у меня было.